Банду высокооплачиваемых наркоторговцев задержали сотрудники госнаркоконтроля. В организованной группе была четкая иерархия. Обязанности и зарплаты четко распределены. Зарплата составляла по несколько сотен тысяч рублей, в зависимости от профессиональных обязанностей. Один изготавливал наркотики, другие распространяли, третьи занимались организацией. Концентрат для изготовления курительных смесей доставляли из Китая. При получении такой посылки один из участников и был задержан. При себе имеется что-то запрещенное вещество, ограниченное в обороте? Может быть, посылка содержит, которую вы получили? Нет? Ничего нет? Не желаете выдать до начала досмотра? Нет. Нет, в качестве добровольного? Предложил вам? Да, предложил добровольно выдать. Порошок белый. Ага, белого цвета. В ходе обыска у фигурантов организованной преступной группы было изъято более 2 килограмм наркоконцентрата, а также уже приготовленные к сбыту курительные смеси общим весом 2 килограмма 355 грамм. Из незаконного оборота выведено более 6 миллионов рублей. Также наложен арест на автомобиль элитной марки, который был зарегистрирован на поддельные документы организаторов преступной группы. Кстати, наркоторговцев суд признал виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от 4 до 10 лет.